Друзья, всем привет, это Михаил Пайкин. Здрасте. Ну вы так повернулись уже, дойдите сюда, будем вместе. Это Михаил Пайкин, значит, я получил очень много вопросов от вас. Спасибо по поводу моего видео. Такси познакомиться. Ну все, уже ты влюбилась, давай, иди. Там уже девушка вот стоит, видите, не может. Я только начал. Стоит мне взять камеру, и они уже... Ну все, иди сюда, давай, не тушуйся. Счастье уходит. Ну, ближе, подходи ближе. Вот и давай, раз, иди, будем на твоем примере учиться, давай. Ладно, окей. Ну вот. Короче, и много вопросов я получил по поводу того, что, типа, как ты это сделал. Я там установил контакт с девушкой за 30 секунд. Но вот с этой уже тоже все, видите, она уже отойти от меня не может. Вот вторая уже тоже. Они женщины, они, понимаете, они слетаются, как мухи, как пчелы на мед, да. Поэтому давайте сейчас расскажу вам технологию, как это делается. То есть первое, вы что-то, все, уже сердце похищено. Видите, она не уходит, стоит. Уже все, понимаешь? Я забрал твое сердце. А вот, привет. То есть женщины любят яркое поведение, поэтому вы что-то делаете яркое, например, смех. Вот так. Ой, вот так смеетесь громко. Привет. А женщины любят веселых мужиков, поэтому где бы вы ни встали, где бы вы ни находились, если вы, ну все, ну иди сюда, ну хватит ломаться. Я понял, что ты труднодоступная, давай. Ведь она не уходит, там мнется. Привет, привет. Ха-ха, вы так классно, ой. Ха-ха-ха, не могу. Все, короче, посмеялись. Дальше, следующее. Женщины очень любят заботу. Вы предлагаете заботу какую-то. Что-то, как-то позаботиться. Что-то предложить. Вот в том ролике... Привет. Я предложил в том ролике ее подвести, хотя она видит, что у меня машины нет. Но я говорю, подвести тебя, она видит, мужчина заботливый. Это вторая тема. И третья, я сказал, садись, там было не слышно в ролике, но я сказал, садись на меня, типа, я тебя повезу. Это такая шутка, она немножко сексуальная, у нее есть сексуальный подтекст, но это не пошло. Ты просто говоришь, ну, типа, садись и поехали. Все, и контакт установлен. То есть, смотрите, три простых шага. Посмеялись. Видите, вот уже все, она прям залипла. Три простых шага. Посмеялись, позаботились и перевели в контакт физически. Привет. Все, вот так вот. Это технология. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я еще какие-нибудь техники дам. Пока.